А сейчас подробности этих и других тем. Ремонтный поезд сошел с рельсов в Лиде. ЧП произошло в минувшее воскресенье в 17:20. Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина станции Радошковичи должна была выполнять сегодня на станции Лида ремонтные работы, однако ей самой понадобилась помощь. Как сообщает пресс-служба Лидского райисполкома, предварительной причиной схода состава с рельсов стал отказ гидросистем поезда. Пострадавших нет. Восстановительные работы проводили специалисты восстановительного поезда из Барановичей. На время было остановлено движение железнодорожного транспорта по направлению к границе с Литвой. Возобновлено оно было к полуночи.